Торжества на Урдамской земле всегда проходят широким размахом. В них, как правило, участвует большое количество самодеятельных и профессиональных артистов и огромное количество гостей со всей округи. В этом году День Урдамы отмечали таким образом уже в 15-й раз. Его программа заметно расширилась, добавился многочасовой молодежный блок. По его окончании начался традиционный конкурс вокалистов «Золотая белка», в котором принял участие и представитель Коряжмы Николай Гущин. С праздником Урдама! Всем огромного счастья, любви, удачи, хорошего настроения и всего самого наилучшего! Урдама! С праздником! В состязании певцов на этот раз лучшими стали катлашане. С главной сцены в течение дня звучали поздравления от многочисленных гостей праздника, в том числе и от жителей Коряжмы. С ними к собравшимся обратился глава нашего города Валерий Елизов. И сегодня я приехал передать вам привет и поздравления от губернатора Ярославича Орлова. Он не смог сегодня быть, хотя собирался, но не получилось, служба и службы. Поэтому вам поздравления наилучшие от губернатора. Всего вам самого наилучшего, с праздником. И знаете, Коряжма всегда рядом. Праздником! Затем на сцену вышли местные и приезжие красавицы для того, чтобы определить обладательницу звания «Мисс Урдама». Участникам конкурса пришлось изрядно потрудиться, чтобы жюри наконец сделало свой непростой выбор. Уже поздним вечером были озвучены имена самых достойных. Очень приятно, что все главные награды конкурса «Мисс Урдама» достались коряжемским девушкам, двум бывшим одноклассницам из 4-й школы, а ныне студенткам Кутузского педагогического колледжа. Звание «Вице-мисс Урдама 2014» завоевала Наталья Белова, а корону королевы красоты Елизавета Авакумова. Становится номер 5! Лига! Мисс Урдама 2014! Лиза Авакумова! Громкие, громкие, громкие аплодисменты! Именно она! Мисс Урдама! Пару слов. Я всегда там, что вы стали Лиза. Спасибо всем очень огромное. Я еще раз поздравляю вас с вашим праздником. С днем Урдамы! Праздник продолжился яркими выступлениями звезд первой величины. В течение вечера на урдамскую сцену выходили певицы Ика и Олеся, группа 2345, гармонист Игорь Шипков, московский шоу-балет. Больше всего эмоций у зрителей вызывали талантливые и популярные музыканты – шведский певец Ула Свенсон и российский гитарист-виртуоз Виктор Зинчук. Над небом Урдамы засверкал красочный фейерверк. И после этого праздник продолжался еще несколько часов и завершился глубокой ночью.